Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ахбута. Я представляю Центр менеджмента и кадровых ресурсов здравоохранения Республиканского центра развития здравоохранения. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как можно стать лидером здравоохранения. Лидерами рождаются или лидерами становятся. Как можно развивать корпоративное управление. Как можно развивать операционный, стратегический менеджмент медицинской организации. И что такое управление изменениями. Эти вопросы можно рассмотреть и обучиться на наших семинарах и тренингах, которые мы хотим проводить на базе РЦРЗ и на базе наших партнеров. Подробную информацию можете ознакомиться на сайте и на нашей страничке в Инстаграм и Фейсбуке.